В настоящее время классификация гостиниц по звездам в России не обязательна, а добровольна. Такая процедура ранее проводилась в обязательном порядке только в некоторых регионах. Сейчас власти России разрабатывают законопроект с таким требованием для всей страны. Министр напомнил, что в Сочи классификация отелей является обязательной и была там проведена еще перед Олимпийскими играми. В результате в отелях резко повысилось качество обслуживания. С 1 июля 2017 года все отели Краснодарского края будут подлежать классификации. В тех городах, где будет проходить чемпионат мира по футболу, все средства размещения должны получить звезды. Классификацию на сегодняшний день получили 1434 отеля, это больше половины. Из них 25 гостиниц получили 5 звезд, 77 гостиниц – 4 звезды, 280 гостиниц – 3 звезды, 345 средств размещения получили категорию «без звезд», 281 средство – категорию «мини-отель».